Приветствуем вас на канале «Хозяюшка рецепты успеха». Сегодня я хочу предложить вам оригинальную закуску из крабовых палочек. Для приготовления такой закуски нам потребуются крабовые палочки. Можно взять палочки поменьше, или вот такие вот есть крабовые рулеты, вот такие более крупные и толстые. Вареные яйца, плавленый сырок, майонез, соль, перец по вкусу. Берем крабовую палочку или рулетик и аккуратненько разворачиваем. В некоторых местах у меня рулетики порвались, но ничего страшного, на вкус и на вид закуски это не повлияет. Отодвигаем в сторону рулетики и переходим к яйцам. Нам нужно будет отделить белки от желтков и натираем все отдельно на мелкой терке. Далее к белкам натираем на такой же мелкой терке плавленый сырок. Чтобы начинку сделать более вкусной, я сюда добавила укроп мелко нарезанный и также выдавила 2 зубчика чеснока. Эту начинку мы посолим немножко. Добавим молотый перчик и добавим майонез. Все тщательно перемешиваем. Количество продуктов берем на произвольно. На плавленый сырок вот я взяла 2 яйца. Если у вас большее количество крабовых палочек, уже смотрите по ситуации и добавляете остальные продукты в большем количестве. Яично-сырная масса готова. Вот такая вот она получилась ароматная. Теперь берем эту массу и наносим на крабовые палочки. Удобным для вас способом аккуратненько все это распределим по этим рулетикам. Ну, вот так вот у меня получилось. Теперь аккуратненько, но плотно сворачиваем эти палочки в рулетики. Если где порватое, как я уже говорила, так, ну, ничего страшного. Оно закручивается при помощи этой яично-сырной смеси. Оно у нас все склеится. И вот такие вот рулетики получаются. Ну, продолжаем вот таким образом. Сейчас еще покажу. Вот, как, вот такой вот рулетик немножко придавим. Вот так вот у нас получилось. Вот такие рулеты у меня получились. Теперь рулеты я разрежу на кусочки, на более мелкие, чтобы удобно было есть. Вот я так прикинула, вот каждый рулет на 3 части разрезаю. Ну, вот так вот будет у меня. Вот такие получились палочки. Теперь каждую кусочек, каждый рулетик с торца, вот с этого мы смажем майонезом. Берем рулетик, макаем желток торцом с 2 сторон. Такая вот вкусняшка у нас получается. И выкладываем на блюдо наши рулеты. Закусочные рулеты из крабовых палочек готовы. Вот такая оригинальная закуска. Она подойдет и на праздничный стол, и просто так, и на пикник. Если вам понравился рецепт оригинальной закуски из крабовых палочек, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Нам будет интересно ваше мнение. А пока до свидания, до новых встреч на нашем канале.